Наконец-то пришла в столицу она, весна, товарищи, а вместе с ней пришло время освежить краски города. 26 марта в Минске начался сезон нанесения дорожной разметки. Сегодня сотрудники СМЭП провели работы по Долгиновскому тракту до МКАД. В ближайшее время предстоят работы на Партизанском проспекте от улицы Аранской, также от Тимирязева до Победителей, улица Захарова, а также улица Курсанта Квишиани. Водители не мешают вам? Мешают. Мешают? Есть случаи, когда без помощи ГАИ мы просто бессильны. Специально ездят. Есть с пониманием большинство, конечно, но есть такие, что специально газуют на стоплении, только покрашивают. Если вы видите, что на производстве становятся знаки нанесения дорожной разметки в самом начале работ, он всегда стоит. Обращайте внимание, она видна, где свежая разметка. Ну, не наезжать просто на нее, потому что остаются следы, и с одной полосы получается 5 полос. Это касается в основном вот продольной разметок, которая идут вот так вот по дороге. Ну, у вас сейчас начался этот прямой сезон, да, этих работ. Да. И сколько он продлится, этот сезон? Ну, мы работаем, как нам говорят, от начала до конца. Хорошо. Город большой. Облагораживаете Минск. Большие, очень большие, да. Очень большие. Много добавилось разметки, всякие велодорожки, пешеходики, велосипедики. Это все надо наносить. Уважаемые водители, просим вас проявлять внимание и быть осторожными. По возможности не заезжать колесами на свежую разметку. Хорошей вам дороги!